кочки расскажи, какие-то слова, ты вы были знакомы? Я так часто ходила на эту передачу, но дело не в том, что я все время там была экспертом. Эта программа и Саша сам, они так поучаствовали в моей жизни. Я была героем программы, и не одной. Я попросила и обратилась же к ним сделать ДНК моей сестры, которая в тюрьме сидит. Уже сейчас не сидит, сейчас уже вышла. Вот. И, конечно, то, как программа участвовала в моей жизни, и то, как они сделали это оперативно, и как они все это тактично, корректно. Саша, который... Знаешь, вот это общение с ведущим без снобизма, без высокомерия. Вот он со мной и как с героем, и как с экспертом, да, он все время, он такой нежный, такой какой-то участливый, он такой добрый. Это удивительно редкое качество для публичных людей. Редко. Вообще, я таких вот людей, как Саша, как того, я таких людей больше не встречала в смысле вот человечности. Я думаю, ведь у него были все основания возгордиться и, в общем, да, и давать звезду. Никогда. Олечка, я помню, он меня один раз. Хорошая традиция каждый раз после программы сфотографироваться, он еще приобнимет, спросит, ну как программа? Ну как вот кажется, как программа? То есть вот не то, чтобы там отработал, быстро побежал, всех послал. Нет, вот это вот, это удивительно редкое качество для публичного человека. И я думаю, что он был таким хорошим человеком, что вот вокруг этого все и держалось. И программа, и герои, вот мы как герои, и мы как эксперты. То есть если идешь к нему, то понимаешь, что, причем бесплатно, то есть вот, ну, казалось бы, да, там, ну что, я могу и деньги где-то заработать, но я все время, вот я ходила бесплатно для того, чтобы просто как-то вот в этих историях поучаствовать. Ну, я потому что была очень благодарна и программе, и Саше лично за то, что они мне помогли. А что ты думаешь вот об этой гибели, как думаешь? Я думаю, что это просто, конечно же, трагическая случайность. Я, честно говоря, не могу понять вот этих вот... Ну, сейчас много говорили, что он давно хотел летать, и он давно летал, и он очень... Он действительно очень аккуратный человек, очень осторожный. Это точно не его ошибка, это точно трагическая случайность. Вот. Это, конечно же, должно быть открытое уголовное дело и расследование 100%. Вот. Потому что, ну, я, честно говоря, не понимаю вот этих экстремальных историй. Я не понимаю, когда пробуют прыгнуть с парашюта или с тарзанки. И, конечно, мне, например, страшно, когда вот непрофессиональный, да, человек начинает летать. И, ну, это мне страшно, поэтому мне так жалко. Думаю, господи, ну куда ты попёр? Ну зачем? Ведь все клево. Есть семья, есть дети, есть родители, есть любимое дело, есть, ну, то есть все есть. Ну нафига вот теперь еще и летать? Вот это меня, конечно, это ужасно. Это ужасно трагично.